Мы детский сад с рождения поздравляем! Красивые в руках держа цветы и садику любимого желаем! Богатства, счастья и любви! Новый фасад, отремонтировано помещение, современное оборудование, мебель и игрушки. После нескольких лет застоя на месте старого детского сада на улице Парковая в буквальном смысле расцвел новый аленький цветочек. Дошкольное образовательное учреждение перестало функционировать по своему прямому назначению в 90-е годы. И вот спустя 25 лет здесь снова зазвучат детские голоса. Хотели сюда разместить скорую помощь, не успели. Все разрушилось, стекла разбили, отопление разморозили, потом, значит, долго-долго там никого не было, потом производственное помещение, что не делали, конечно, среди жилой застройки и при дефиците существующем. Значит, ну вот эти вот истории длинные-длинные, очень много можно рассказывать. Значит, об этом уже сейчас говорили по поводу того, что все приняли участие на самом деле. Очень большие, громадные затраты были понесены, кроме строительства детского сада, для того, чтобы детский сад начал функционировать. Реконструкция детского сада обошлась муниципалитету и области в 44 миллиона рублей. Большой вклад в реализацию проекта сделала и Уральская горно-металлургическая компания. Предприятие выкупило помещение у собственников, а затем передало его муниципалитету. Теперь на 180 счастливых семей в городе станет больше. И уже на этой неделе в новый детский сад придут дети в возрасте от 2 до 7 лет. Сегодня очень много говорится о том, что наших детей нужно воспитывать, образовывать. Но самое главное, их нужно приучать к труду. И очень важно, чтобы ребята готовились к рабочим профессиям. Поэтому не зря сегодня речь идет и об инженерной школе. И поэтому важно, чтобы они видели, как строят, на чем строят. Поэтому... И почем строят. Мария Лукьянова, Ради Горшков, Верхняя Пышма, новости 7 ТВ.